Вот сделали розам уже обрезание. Они теперь у нас аккуратненько все поставлены. Луки готовы. Нужно их будет только установить. Такая вот обработка, зиме подготовка. Ой. Все равно красота. На следующий год все будет благоухать, если год будет хороший. Надеюсь, что все выживет. Сюда еще нужно будет коры на геотекстиль сверху. Вот они все обрезаны здесь. Виноград. Посажен недавно. Малинка, киви. То бишь актинидия. Ой. Голубый мячик. Вкусная, сладкая. Растет еще. Цветет. А здесь, кто помнит, были помидоры, баклажаны, перцы. Сегодня будет убрана цикла. Что-то как-то генно знатный свекловод. Ага. Ну и кабачки. А вон тут горох несчастный. Смотрите, как туйки наросли в этом году. Выглядит кривовато, но когда начну их стричь, они все выровняются. Будет все очень даже симпатично. Закроют вот этот вот забор своими красотами. А вот туйки, которые в этом году посадил, они пока еще деточки. Так что, кому интересно, как будет все это происходить и дальше, оставайтесь со мной на канале. Ну вот, розарий почти готов к зимней спячке. Как видите, уже снег прошел. Время. Сколько времени? 1:07, а снег не тает. Вот такая красота. Все это уложено спать. Осталось укрыть специальным материалом, геотекстилем. И потом здесь точно будет сонное царство, укрыто белым саваном. Вот так вот уложили розы на штамбе. Обязательно должна быть под уклоном. Вот так вот укрыл, поставил дуги для винограда. Вот оно. Так вот все здесь готово. А вы как делаете? А вот так уже розы начали спать. Приготовил их к зимней спячке. Вот они все укрытые, закрытые.
все, ждем зиму и снег.